Друзья, давайте, я начинаю, да? Мы начинаем запись. Друзья, меня зовут Антон Флёров, и мы рады вас приветствовать на очередном выпуске передачи Института театра, который со мной неизменно ведет Андрей Пашиков, куратор фонда VEC. Андрей, привет. Да. И наш сегодняшний разговор в передаче Института театра, которая традиционно посвящена прагматике культуры, о том, как нам создать условия для того, чтобы заниматься культурным производством не бестолково, качественно и эффективно. Сегодняшняя наша передача будет касаться разговора про мировые, международные и европейские, в первую очередь, фестивальные институции. И об этом мы хотели бы расспросить Екатерину Деготь, арт-критика и куратора с международной судьбой, с европейской судьбой, с международной. Екатерина сейчас расскажет о своем опыте. И о том, как чувствует себя Европейский фестиваль современного искусства, какие перспективы, какие стресс-тесты они проходят и как они собираются программировать свою деятельность в дальнейшем. Андрей, начнете разговор? Да, я коротко спрошу. Кстати, вы уже несколько лет являетесь художественным директором фестиваля «Штирийская осень», и это фестиваль, который состоит не только из выставок, и не столько из выставок, сколько из театральных мероприятий, перформансов, а вообще всего живого. В контексте того, о чем мы здесь говорили, говорят, что театральный сезон вообще скоро не откроется. Как себя... вообще этот театральный сезон не откроется. Как себя чувствует в связи с этим «Штирийская осень»? Ну, вообще, «Штирийская осень» все-таки неизвестно что, да, когда это было основано 50 лет назад, там вообще значительную часть занимала классическая музыка и какие-то академические конференции, да? Поэтому этот фестиваль очень сильно менялся с каждым новым руководителем, поэтому у нас есть совершенно разные вещи, да, но у нас действительно нет своей площадки, поэтому мы не можем сказать, что вот у нас точно есть выставка, а вот в этом концертном зале у нас точно бывают концерты. Нет, это не так. То есть мы и так, в принципе, пытаемся быть изобретательными, насколько возможно, и тем более, естественно, это необходимо сейчас. Сейчас ситуация такая, что по 31 августа все фестивали, которые проходят в Австрии, включая Зальцбург, фестивали отменены. Ничего. Многие из них как-то там переносятся или что-то, Wienerfest Wochen. Наша ситуация такая, что мы должны открыться в конце сентября. Если бы мы были летом, то вариантов нету никаких, потому что невозможно собираться и не могут приехать там художники, но мы все-таки будем делать фестиваль, хотя мы будем делать его в каких-то инновативных формах, или, может быть, не инновативных, у нас будет возможность уже подвести итоги вот тем новым формам, которые рождаются сейчас, весной, наверное, будут в течение лета. Мы будем с ними работать онлайн, но также и в реальной жизни с разными способами, так сказать, принесения искусства зрителям. Вы исходите из того, что вы сможете собирать зрителей все-таки осенью? Да, да, но у нас обычно открытие 1000 человек, вот это мы не сможем. Это нам уже ясно, но какие-то небольшие, сейчас уже можно нам по 10 человек собираться, нам разрешили, вот, поэтому я думаю, что эта цифра приблизительно немножко вырастет. С другой стороны, можно также играть, конечно, с социальным дистанцированием, как, это интересный вопрос для меня тоже, как может выглядеть публика с социальным дистанцированием, но, конечно, мы не театр. Если бы мы были театр только, то это была бы большая проблема, как вообще дальше жить, потому что похоже, что социальное дистанцирование может остаться надолго. Но в сфере визуального искусства это вообще не есть большая проблема, потому что у нас много произведений вообще с самого начала были построены на этом, там запускать по 2 человека и так далее. Вообще-то, да, никого из известных мне визуальных художников особо не шокирует. Но для театра, конечно, это может быть драма. Да, но ваших менеджеров, ваш борт директоров это не шокирует, все привыкли к вернисажам, и там уже, в общем, никакого социального дистанцирования. Меценатов... Нет, все понимают, все понимают, что мы действительно не можем сейчас практически ничего сделать, да, то есть вся работа парализована. Главным образом из-за того, что мы делаем какие-то, что называется, site-specific, не знаю, как сказать по-русски, работы, которые связаны с приездом художников на место. И вот это невозможно уже практически с начала года, и поэтому ясно, и да, я не сказала, что мы в основном специализируемся все-таки на производстве новых работ, продюсировании их, и понятно, что вот это невозможно.
Поэтому мой борт относится к этому с большим пониманием, естественно. Они также относятся с пониманием к тому, что мы стараемся не отменить фестиваль, а все-таки сделать что-то, чтобы работало как для публики в Грации, в какой-то форме мы думаем, в какой, так и для интернациональной публики, естественно, онлайн. Причем раньше мы делали просто документацию, скажем, фестиваля, который можно было посмотреть, но теперь мы рассматриваем эту онлайн-форму как художественную. И пытаемся найти какой-то смысл. Вот, я считаю, Zoom вообще очень интересная форма для художественных произведений. Вот. Мы только вчера... Андрей. Мы только вчера, говоря с Алисой Прудниковой, вспоминали ваш биеннале «Ударники мобильных образов», где художникам особо не нужно было приезжать, а все было, все могло быть сделано через интернет как-то. Да, и... это был тоже ответ на, так сказать, прагматические условия. Так что для меня это не ново, прямо скажем так, работать. Хорошо. А есть какие-то версии концептуализации этого социального дистанцирования сейчас уже? Как-то какие-то формы, которые позволяют это превратить в продукт все-таки, а не в ограничение продукта? Ну, есть, конечно, формы. Я считаю, что... Современное искусство вообще, между нами говоря, давно идет в сторону вот этой фрагментации зрителя, фрагментации художников. Было бы лицемерно говорить, что это все такая драма для нас, да? Вообще все человечество идет по направлению как бы к фрагментации, да? К большему дистанцированию. Мы все сидим перед собственными компьютерами, в собственных телефонах. Так что это, в принципе, сейчас это просто в более какой-то такой гротескной форме происходит. Вот, поэтому художники, конечно, работают над этим. Мне интересно, какие здесь будут более далеко идущие изменения, потому что мы знаем, что авангард, скажем, начала 20 века родился из того, что художники поняли вот эту проблему отчуждения, что вообще художник один и зритель один, как это произошло в 19 веке, когда возникло представление об индивидуальном зрителе. Ведь в Ренессансе такого нет. Да? Это какой-то коллектив, который в церкви там на что-то смотрит и так далее. И художники авангарда начали работать над этой эстетикой отчуждения, скажем. Вот что происходит со зрителем сейчас? Зритель, с одной стороны, мы с вами в дикой такой одновременности находимся. Вот мы все вместе говорим, а при этом мы все находимся там в разных местах. И могли бы еще подключить еще 100 человек сидящих. То есть дико фрагментированное зрительское сообщество и одновременно дико одновременно. Как вот вообще публичность может работать в этой ситуации? Для театра это очень неожиданно, ново, может быть, даже травматично. Но, скажем, газеты именно так и работают, что люди по всему миру сидят и читают газету, утром там одно и то же написано. Ну, или в интернете тоже это так. В общем, здесь масса остается интересных вопросов. Это один только из вопросов. На самом деле много очень вопросов поднимает вся эта изоляция и также вообще в целом весь медицинский такой, скажем, медицинско-моральный такой аспект, который очень сильно выявился и который для искусства, прямо скажем, довольно новый. Mm-hmm. Вот интересно, к чему это приведет. У меня еще был вопрос. У меня еще был вопрос относительно туризма, потому что Штирийская осень все-таки привлекала туристов, по крайней мере, со всей Австрии. И было на это в том числе направлено. То есть это такой фестиваль был не просто городской, а как бы фестиваль страны. Как вы думаете, что сейчас с этим может произойти? Вот это сказать трудно. Я не могу сказать. Я думаю, что, конечно, мы рассчитываем на, собственно, хозяев этого фестиваля и на международную публику, которая будет нас смотреть в интернете. Будут ли к нам по-прежнему приезжать люди, скажем, из Германии или из других городов Австрии, как это было раньше? Трудно мне пока сказать. Я не знаю, какие у людей будут настроения. Вот это мне пока больше всего не ясно. Не ясно, вот люди сейчас побегут на улицу с невероятной радостью и будут покупать билеты на самолет и куда-то тащиться, или наоборот, им вообще говоря понравилось. Вообще я знаю многих людей, которым понравилось сидеть дома. Не могу вот это сказать, это не ясно. Но туризм является, в общем, предметом вашего обсуждения с городскими властями, в том числе, я так понимаю. Есть ли какое-то ТЗ? Нет, пока нет. Никакого ТЗ со стороны властей нет. Нет. Все понимают, что ситуация уникальная. Я должна тоже сказать, что я, конечно, как фестиваль нахожусь, вероятно, в привилегированном положении, потому что наш бюджет не пострадал. Наш бюджет был выделен на 5 лет вперед, он, так сказать, как железно нам выделяется,
Там есть какой-то процент небольшой, который мы должны находить у спонсоров. Вот это, естественно, не совсем ясно, как это будет, но это небольшой процент. Вот, поэтому, что нам обещали, то мы получаем, относится с большим пониманием к тому, что мы делаем. Сколько уж из этого получится, это мы не знаем. Но дело в том, что у наших городских властей, у них своих проблем полно, потому что у них в этом году открылся фестиваль разного рода, другой, не имеющий к нам никакого отношения, разного рода городских проектов, там на каждой площади предполагалось какие-то там павильоны с инсталляциями, там встречами, перформансами, все это, естественно, тоже как-то под большим вопросом, поэтому я думаю, что им есть о чем подумать в этом отношении, это будет тоже отчасти передвинуто. Ваш фестиваль полностью финансировался, помимо того небольшого процента спонсорских денег, из государственных источников, да, из города? Ну, в Австрии это делится на городские деньги, земельные и республиканские, да. Мы относимся к одному из вот этих фестивалей, но бюджет у нас значительно скромнее, чем, например, Зальцбургский фестиваль или даже Виннофестфо. Но, тем не менее, да, из этих источников. А вы не продаете билеты на фестиваль? Или продаете? Это является источником финансирования? Это является источником финансирования. Мы продавали до сих пор то, что называется фестивальный пропуск, который давал возможность посещения всех мероприятий. Как это будет выглядеть в этом году, пока не ясно, мы еще не решили. Мы будем делать события, и мы будем делать приложение, мобильное приложение. Вот будет ли оно платным, бесплатным, что из этого будет платным, бесплатным, пока не ясно. Моя позиция, я никогда не скрывала, что я вообще за бесплатные мероприятия, но не всегда это возможно, посмотрим, как это будет развиваться. Какие вообще, как вы, ну вы наверняка знаете, настроения в фестивальной среде международной, европейской? Вот я знаю, например, что Биеннале не собирается менять свою дату открытия, венецианская. А что вообще говорят? А почему она должна меняться? Она же на следующий год. Почему? Они же в августе или должны. Архитектурно. Нет, архитектурная биеннале уже отложилась. Она да, до августа. Ну, дело в том, что, как я говорю, визуальное искусство вообще не очень сильно зависит от количества своей публики. Как мы знаем, структурно, по тому, как вообще весь этот мир организован, могут зрители вообще не приходить, честно говоря, да, на какие-то мероприятия. Я этим совершенно недовольна, как бы меня не радует. Я как раз скорее завидую театральному миру, где есть какой-то интерес к публике. Но сейчас вот этот интерес к публике оказался под вопросом. Что касается фестивалей, ну, я вижу по публичным выступлениям директора, скажем, Зальцбургского фестиваля, что они очень в большом стрессе. Они сильно расстроены, они также сильно расстроены, честно говоря, тем, что сейчас в Австрии открылись цветочные магазины, садоводческие рынки, это первое, что они открыли, а вот фестивали и театральные мероприятия не открылись. И я слышу постоянные жалобы, что как же так, вот типа пойти купить лопату, это можно, а значит театральный фестиваль открыть нельзя. Но, тем не менее, они очень боятся сборища людей, я это прекрасно понимаю. Дело в том, что на этих рынках там везде, всюду и должно и будет соблюдаться, видимо, у нас тоже 20 квадратных метров на человека. В театре, в зале это можно соблюсти, но во время входа, выхода, наверное, нет. Вот, поэтому, естественно, все директора фестиваля, особенно театральные люди, они, конечно, думают, как им быть теперь, возможно, это все потребует каких-то очень серьезных переосмыслений. Визуальное искусство, мы знаем, оно более, в принципе, гибкое. Все художники делают массу разных вещей, и если ему говоришь, ну вот условия такие, что вот все то же самое, но только не лично, а вот как-то через Zoom, да, ну, он начинает думать, да, в принципе, больше представления о том, что разные существуют медиа, да. И, как я сказала, иногда вообще, например, коммерческие галереи, это первое, что сейчас открылось, единственное, что сейчас открыто из культурных помещений, это коммерческие галереи визуального искусства, поскольку они, видимо, проходят как магазины у них по списку. Вот, поскольку магазины все открыли сейчас, или откроют все с 1 мая, вот с 1 мая, видимо, или, может быть, уже кто-то открылся, я видела, галереи. И там легче просто канализировать количество публики.
зрители гибкие, художники гибкие, менеджмент институций современного искусства такой же гибкий, как быть со всеми этими миграциями между биеннале. Да, я поэтому вас и спрашиваю, насколько вы готовы адаптироваться к этому локальному существованию и все время интернет-общению, и не грозит ли это какому-то перформатированию современного искусства из такой большой глобальной деревни в какие-то местные деревушки? Ну, мне кажется, что интернет как раз делает это совсем не местным, а, возможно, даже более интернациональным, чем это было. Я думаю, что сейчас будет большее количество людей нас смотреть, например, онлайн, чем это раньше было. У нас и так была большая онлайн-программа, но сейчас я думаю, что это будет больше людей. Я думаю, что, может быть, это отчасти даже на пользу, да, для каких-то форм. Я ожидаю рождения каких-то новых интересных форм. А что касается меня как менеджера, то я бы хотела в выполнении нашей, так сказать, миссии, а миссия наша состоит в том, чтобы у нас были зрители как местные, так и интернациональные, и чтобы мы реагировали на то, что происходит сейчас, это фестиваль современного искусства, в том смысле, что он должен реагировать на те проблемы, которые для нас сегодня как-то особенно остры, и, разумеется, было бы странно сейчас вообще, например, делать вид, что этого ничего не произошло, и просто уменьшить программу. То есть мой принцип, чтобы вот сейчас мы не уменьшали программу ни в коем случае, и не хочу ставить вопрос так, что вот, допустим, окей, есть какие-то проблемы, в результате мы это сделать не можем, но мы вам покажем, так сказать, программу в сокращенном виде. Некоторые фестивали пошли по такому пути. Я вот не хочу ничего такого говорить, и одновременно не хочу просто отменить фестиваль. Это тоже для меня совершенно не вопрос, невозможно, как мне кажется. Mm-hmm. Вот. И очень важно найти какие-то другие формы, другие жесты. Вот будем смотреть, как мы сможем это сделать. А значит ли это, что тогда искусство будет больше? Потому что на физическое искусство требуется все-таки больше денег, чем на онлайн-искусство. Я тоже так думала, Андрюша. Но оказалось, что это не совсем так. Мы делаем по-прежнему новые комиссии художникам. Кстати говоря, я, естественно, должна выполнить... Вы не спросили, но я думаю, вы об этом думаете. Да. Я, естественно, должна была выполнить свои обязательства по отношению к художникам. Да. Поэтому те работы, которые мы заказали, которые мы начали как-то обсуждать, все художники получат за них свой художнический гонорар. Но оказалось, что, кстати, почти все эти художники не хотят получить гонорар и уйти, а хотят переформатировать свою работу так, чтобы ее показать в нынешнем фестивале. Поэтому у нас много новых artistic commissions по-прежнему. Некоторые из этих комиссий — это фильмы. Некоторые фильмы или какие-то, скажем, спектакли, которые делаются специально для нашего телевидения. Мы будем таким как бы телевизором. Но это совсем не дешево. Там тоже задействованы и какие-то актеры, и осветители, и эдиторы фильма, и все это тоже стоит денег, и поэтому это все не так дешево, да? Мы, наверное, не будем платить за аренду каких-то помещений, но зато мы будем по-прежнему получать какие-то разрешения и платить за аренду каких-то там, я не знаю, городских улиц, за остановку транспорта. Все это очень сложно в Австрии, все это требует времени, все это требует усилий и также требует денег. Поэтому я не ожидаю, что это все будет так уж прямо дешево. Например, все то, что выглядит такой рекламой, например, там какие-то... Вот, так что посмотрим, что у нас происходит. То есть город не дает... Я забыла даже сказать, что у нас... У нас будет какое-то сотрудничество с местным телевидением. Не с местным, а с австрийским телевидением и радио. То есть я надеюсь, что мы на какой-то более мейнстримной тоже волне, так сказать, окажемся и дойдем до какой-то публики. Андрей. Антон. Да, у нас был один из сюжетов, связанных с различием институций культуры традиционной, которая существовала раньше по жанрам, по видам деятельности. Вы теперь говорите, что вы станете телевидением. И значит ли это, что произойдет какая-то реконфигурация институций культуры по сравнению с тем, как они существуют сейчас? Все существуют на одном поле интернет-онлайн-платформ. Различия между театрами и галереей стираются, между фестивалем и, не знаю, чем там,
телеграм-каналам стираются. Что произойдет с культурными институциями, с вашей точки зрения? Ну, я вообще за то, чтобы они стирались. Известно, что известный классический русский вопрос, что делать, да, известно, что в русской истории на него всегда был один и тот же вопрос, и всегда этот один и тот же ответ на этот вопрос в разные периоды, и ответ этот всегда был: нужно создать новый журнал. Вот, так что приводить все более-менее к какой-то форме журнала, там, визуального, мне кажется, это хорошо, интересно, но, с другой стороны, мне кажется, что вы преувеличиваете, потому что есть институции, которые так и останутся театрами, это связано и с формой их устройства, с формой их финансирования, с формой того, каковы критерии, так сказать, их успехов. Но городской театр не превратится даже в театральный фестиваль, не говоря уже про такой вот междисциплинарный фестиваль типа нашего. Да, мы действительно сближаемся, наверное, там с какими-то вещами, которые делают наши коллеги, что, мне кажется, скорее хорошо. Но есть какие-то более традиционные, менее гибкие, скажем, институции, которые, конечно, останутся, и музеи, огромные, разумеется, тоже останутся. И у них будут свои какие-то истории, свои проблемы. Но у них, мне кажется, все как-то более-менее ясно, как им быть. А мне-то как раз кажется, что у них гораздо меньше ясности. Если вы не отягощены недвижимостью, не должны ее ничем заполнять, то большие музейные и театральные институции эту недвижимость реально должны чем-то, каким-то контентом наполнить. Ну, музеи как... огромные запасники. Музеи, даже если... Ну, вот сейчас, вероятно, что будет происходить? Вероятно, будет меньше денег в культурной сфере в ближайшие годы, это совершенно ясно. Это, конечно, означает, что музеи многие не смогут привозить точно какие-то выставки. Что будет с транспортом? Мы вообще не знаем, сколько будет стоить билет в Нью-Йорк. Это может быть как в 70-е годы, 10 тысяч долларов. Возможно, какие-то выставки, возможно, выставки вообще будет трудно делать, и, так сказать, привозные. Но я считаю, музеям будет самое время заняться своими собственными коллекциями, ну что, в общем, и делают многие музеи, хорошо, делать что-то из них, делать что-то из какого-то современного материала, не художественного материала, я бы это только приветствовала. Театрам, конечно, сложнее. У фестиваля есть какое-то пространство, мы можем от одного искусства к другому, дискурсивный материал, литература, это никуда не денется все. Вот как будет с кино, скажем, не знаю, трудно понять, если они там долгое время не смогут снимать. Но вы, тем не менее, сохраняете какой-то перформативный элемент в вашей программе? Вы сохраняете какой-то театр, перформанс? Да, безусловно. У нас, по крайней мере, несколько перформансов уже сейчас, которые у нас планировались, но мы их в какой-то другой форме будем проводить, учитывая также какие-то формы, которые родились сейчас. Все это пение с балконов, да, все вот. Я не хочу сказать, что мы это будем воспроизводить, но мы, естественно, смотрим на вот эти какие-то новые формы. Мне интересно, что это время, во-первых, показало огромный интерес к классическому искусству, к опере, там, вдруг оказалось, что всем нужна опера, что всем нужна классическая музыка, и одновременно страшный какой-то порыв к самодеятельному творчеству. Вот это тоже меня порадовало. Все это из-за изоляции местами, да, не все из этого мне нравится, но были там и в других странах. Вообще там какие-то концептуальные подходы. Меня это радует. Меня радует, когда искусство становится практикой миллионов, нежели просто спектаклем, где эти миллионы продолжают оставаться пассивными зрителями. Мне это интересно. Если бы вот такие изменения в культуре произошли бы после этого всего, то я бы это только приветствовала. У вас изменилась как-то команда в связи с новой принципами программирования, с новой ситуацией программирования? Каких людей вы ищете или наняли уже, от каких избавились? У нас весь коллектив сохранился, мы никого не уволили. В Австрии существует специальная программа помощи всем институциям, мелким бизнесам, но в том числе и институциям с государственной поддержкой, типа нашей. Например, весь наш коллектив перешел на работу удаленную, но есть люди, которые никак не могут перейти на удаленную работу, например, наша уборщица. И люди, которые заняты чем-то только в офисе. Вот таким людям сейчас государство платит зарплату, не мы. Им там это
зарплата чуть-чуть сокращена, там, по-моему, на 10%, которые мы, может быть, потом сможем вернуть, но эти деньги платит государство. Поэтому предприняты все усилия, и мной в том числе, но и государство меня поддерживает, чтобы наш коллектив весь остался, как он был. И он остается, как он был. Тем не менее, если нам нужно много снимать, то мы должны, естественно, будем нанимать операторов. Но дело в том, что и так наш коллектив, у нас на постоянной основе работает около 20 человек, а во время фестиваля у нас обычно работает около 100 человек. Но это количество включает в себя обычно смотрителей музейных. Но сейчас музейных смотрителей у нас не будет выставки. Но вместо них, возможно, значит, мы наймем каких-то видеооператоров. Пока не знаем, пока думаем, как это все сделать. То есть у вас не возникло какой-то ситуации страшной нужды в каких-то квалификациях именно сейчас при программировании фестиваля? Вы работаете собственными квалификациями? Да, пользуюсь многочисленными советами квалифицированных друзей, знакомых, как это, естественно, бывает. Но у нас такое телевидение и будет, немножко на коленке, немножко такое пиратское. Понятно, что нам не достичь высочайших стандартов. Но меня привлекает искусство, которое не достигает высочайших стандартов. Мне, в принципе, оно очень симпатично. Как наши передачи, примерно, тоже на коленке созданы. Очень хорошо. Андрей, у вас? Ну, у меня такой вопрос, он как бы не совсем по теме. Вот вы сказали про билеты в Нью-Йорк, я тут же про это вспомнил, что в последние годы же вся индустрия кураторства и такого как бы институционального искусства, она была на этих билетах построена отчасти, потому что художники и кураторы должны были все время летать. Даже если они ничего не делают, они были должны прилететь на research trip, на artist talk, на что-нибудь такое. Как вы думаете, сейчас вот все это просто уйдет в интернет и все? Ну, я думаю, что какое-то время будет меньше этих полетов. Потому что, с одной стороны, очень может быть, что они окажутся просто невероятно дороги, потому что они там все уволят всех. Да? В общем, это мне совсем непонятно, как это будет действовать. Mm-hmm. С другой стороны, экологическое сознание, оно как-то у людей повышается. А с третьей стороны, я думаю, что многие как-то поняли, что, может быть, это и не обязательно. То есть какие-то, то есть приезд на research trip вообще, я считаю, обязателен, если какая-то работа делается в связи с местным контекстом. Но, скажем, для artist talk, может быть, и не обязательно. Ну, мы раньше рассматривали какое-то выступление по скайпу, как какой-то там несчастный случай, да, человек не смог приехать. Но, может быть, мы будем смотреть на это как-то иначе в ближайшее время. Возможно, не исключаю. Технологический вопрос. Вам достаточно тех ресурсов, которые представляют современные технологии, интернет, вам и вашим художникам? Потому что мы понимаем, что, в общем, кроме стриминга и коммуникаций, конференций, современный интернет ничего такого sophisticated не предлагает. Вам достаточно? А чего, например? Я не знаю, это вопрос. Может ли, достаточно ли тех ресурсов, которые представляют современные средства коммуникации и транслирование? Ну, я, наверное, не тот человек, которого надо спрашивать. Я все-таки не того поколения, чтобы мне так хорошо в этом разбираться. Мне более-менее достаточно. Но художники все время к нам приходят с какими-то невероятными технологическими познаниями и продвинутыми проектами. И выясняется, что все это возможно, только это очень дорого стоит, потому что есть какие-то специальные специалисты, которые этим занимаются. Ну, кроме того, это же все увеличивается с каждым днем, да, то есть ясно, что технологические какие-то варианты будут все новые и новые. Важно просто их как-то интересным образом использовать и осмыслять, что вообще все это значит. Мы, к сожалению, слишком бездумно просто этим пользуемся, не думаем, что это меняет вообще жизнь. В то время как, на самом деле, это меняет какие-то вещи, интересно было бы задуматься, к чему это, собственно, приводит. Хорошо, спасибо. Наш формат предполагает, что мы быстро погружаемся в сюжет, получаем интересующие нас ответы, поэтому мы должны заканчивать передачу. Екатерина, спасибо вам большое. Я искренне надеюсь, что вы соберете все сливки с катастрофического состояния, в котором оказались отмененные фестивали, и представите какую-то зажигательную программу, которую мы посетим, видимо, онлайн, я так понимаю, физически. Да, там не двери. С 24 сентября я вас приглашаю на нашу программу. Мы по-любому придем.
Мы точно придем, да. Хорошо, будьте здоровы. Спасибо большое. Счастливо. Всего доброго. До свидания.